Немного ветрено сегодня! Надеюсь, нам с Пашей это не помешает в битве воров угнать самые спортивные, самые гоночные тачки, на которых намечается сегодня в испытаниях что-то безумное! Ну а пока мы не начали, чуваки, хочу перед началом ролика вам порекомендовать крутой проект, про который уже не первый раз вы слышите! И называется он «Хас Онлайн». В этой игре вы можете стать кем угодно, хоть уличным гонщиком, хоть полицейским, можете работать пожарным, врачом или пойти вообще в армию, чтобы дослужиться до самого генерала! Ну или можешь позвать своих друзей и вместе организовать свою банду и устраивать стрелки и перестрелки. А можно просто тихо и спокойно работать на работе и зарабатывать деньги. Так что как только накопишь монетку, покупай себе тачку, тюнингуй ее по полной, прокачивай, раскрашивай и ставь на нее крутые диски, чтобы все офигели, когда ты приедешь на гонку. Ну и кстати, первые деньги ты можешь получить абсолютно бесплатно, введя мой промокод JEL большими буквами, а также указывай мой ник Алексей JEL при регистрации и забирай бонусы. Так что скачивай Hustle Online на компьютер или телефон по ссылке в описании и заходи на 18 сервер, чтобы начать уже развиваться. И всем здорово, чуваки! С вами JEL, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с крутой рубрикой «Битва воров». Всем здорово! Ну а сегодняшнюю рубрику, чуваки, мы начинаем в богатом районе, где обычно обитают самые дорогие и спортивные тачки. Но вначале мы должны с помощью рандома выбрать себе веломототранспорт, на котором сегодня будем передвигаться и воровать себе коллекцию. Ну и как вы догадались, чуваки, сегодня мы также выполним небольшой челлендж, в котором мы должны себе угнать 3 машины на 3 гонки. Ну а кто это сделает лучше, давайте с вами и узнаем. Поэтому желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого настроения. Ну и кто самый шустрый, чуваки, и успел поставить лайк в начале видоса, тому от меня респект. Ну а мы не будем тянуть, погнали уже начинать нашу рубрику. Вот и пришло время проверить нашу удачу и посмотрим, кто сегодня заберет себе мотоциклы, квадроциклы, мопеды или велосипеды. Ну что ж, выберем сначала для Паши 3 байка, на которых сегодня его целью будет найти 3 самые гоночные спортивные тачки на гонке. Ну что, ты готов к рандому, Паша? Я готов, давай! Тогда проверяем его удачу на сегодняшний день. И Алиса, выбери ему первое число от 1 до 8. Так, Алиса, назови число, пусть будет 4. Ну, 2. Два! Мопед! Два! Я вначале предсказал, что это будет мопед. Алиса, второе число от 1 до 7. Так, Алиса, давай мне велосипед. 1, 1, давай, хочу бомикс. 3. Попу пода 3. Это раз, это 2. А нет, стоп, это раз, это 2 и это 3. Картинг! Ну вот и будешь попу подтирать сегодня. Давай, последний байк. Это стопудово должна быть какая-нибудь развалюха. Либо велосипед, либо тележка, вот эта корзина. Итак, так, давай. Александра, назови ему 2 или 1. От 1 до 6. Алиса, называй число 1, пожалуйста. Ну. Выпало число 3. Опять 3. Ты сегодня будешь попу подтирать сегодня целый день. Раз, 2, 3. Попа за 3. Итак, чуваки, теперь смотрите, у кого удача прокачана на максимум и кто сегодня заберет самые спортивные байки. Это я. Let's go. Итак, Александра, давай справа налево называй мне самую крутую тачилу. От 8 до 1. Так, Алиса, давай число 2. Ну, наоборот. 2. Эй, я ж наоборот спросил. Нет, 1 до 8, от 8 до 1. Ладно, ладно, коллекция пока что наравне у нас. Вторая тачка для меня, ребята, это будет покруче счета. Итак, ну? От 1 до 7. Так, Алиса, назови число 1. 7. Выпало число 6. О, ну не 7, но почти. Это 7, это 6. Да, байк из Ренуар. Я на нем, знаешь, куда отправлюсь? Куда? Стопудово в Ренуар. Буду угонять тачки тюнинговые. Итак, Алиса, последний байк для меня называй самый спортивный сосиска-мобиль. Итак, ну-ка. От 1 до 6. Так, Алиса, назвай число 1. Число 1. Паша! Ты зачем это говоришь ей? А ну, слезай с BMX-а. Получается, у меня сегодня BMX, мопед и велосипед. Из Ренуар который. Ну что ж, я сегодня начинаю именно с мопеда, чуваки. И мы засекаем ровно 7 минут. Ты готов, Паша? Давай, брат-мопедист. Ой, брат-мопедист. Раз, 2, 3, погнали. Паша, напомню, сегодняшняя цель — соврывать 3 гоночные машины. Хотя нет, ты можешь 3 развалюхи соврывать, потому что будут 3 гонки у нас. Гонка внедорожная, гонка, ребята, по асфальту и гонка, возможно, в
вокруг света! Точно, давно ее не было. Ну-ка, да, проезжаем. Да, я сейчас возьму и угоню Бугатти. Бугатти! А я на самокате тебя обгоню. Итак, первое мое место, ребята, провалено. Тут нет ни одной тачки. В смысле? Тут Ламборгини, я потом заеду. Пусто. Это, наверное, ты специально из богатого района вывез машину. Тут стопудово всегда спавнится что-то. Я ничего не трогал. Да, ничего не трогал. А что там ничего нету тогда? Чуваки, знаю, второе место. Это красная парковка. Это пляжный район, кстати говоря. И еще богатые районы магазинов. О, да. Буду все время есть. А я в богатом районе. Буду проверять там все тачки. И что, есть что-нибудь тут? Так, пока что, ребята, я ни одной машины заспавнившейся не вижу. Но вот тут все время что-то в тюнинге стоит. Что-то быстрое. Красное. Как Феррари. И сейчас нету. Тут не есть понял. Руинер. Можно его сорвать. Руинер. Воруй ты с руинер свой. Так, ребят. О! Оранжевая машина. Ну-ка. И Порш. Серьезно. Порш. Среди всех тачек самая тюнинговщица это Порш. Опа. Я же говорил, в этом районе катаются тюнингеры, чуваки. Поедем на красную парковку, значит. Хромированный гелик. Не хочешь забрать себя? Кстати, на внедорожную гонку это идеальная тачка, потому что она квадратная, она быстрая, она хромированная, то есть красивая. Так, но мы воруем припаркованный. Это самый лучший внедорожник. Да. Так, одни руинеры. Чуваки, красная парковка мне поможет своровать что? Правильно, супер-пупер. Ничего. Чего? Ну ты там воруй ничего, а я забираю Болтик. Болтик. Паша, это же реактивная тачка. Да. Ты чё? Ты решил считерить и сразу ворвать тюнингующуюся машину? Офигевший, что ли? Ну, чё бы и нет. Так. О, а мотоцикл считается? А то я тут мотоцикл нашел кое-где. Нет, не считается. Не считается. В смысле не считается? Ага, Рокет Волтик считается. Не, ну на... Что? Я что-то вижу. И это... Ее только что не было. Что? Ее вот привез, я не понял. Откуда? От верблюда. Паша! Хромированная ламба! Не хочешь Зенторна себе? Тизерак, Зенторна. Я хочу где-то брать. Я уже вторую тачку на сегодня хромированную нашел. Ее забрал. Первый был гелик, вторая ламба. Ребята, давайте найдем этот гелик и сварим себе в коллекцию. Будет у меня внедорожный гелик я сегодня. Я найду его первый. Не, ты не найдешь. Подожди, а где реально? Ну-ка. Я сейчас приеду еще в богатый район, заеду в богатый особняк, и там еще одна ламба заспавнится. Будет у меня коллекция ламборджамборов. Опа, аккуратно. Бабуля, подвести вас? Не хочу, сам ешь их. Итак, чуваки, аккуратно, по времени у нас остается? Нет! А времени-то мало, уже почти 4,5 минуты. Ё-моё, половина времени профукали. Мне надо поторопиться, я хочу найти гелик давай. Этот какой-то. Гелик! Ой. Подожди, ты реально для внедорожья хочешь найти сегодня гелик? Ну да, я люблю гелик. Подожди, но на внедорожных гонках должна быть машина и спортивная, и внедорожная. Желательно, чтобы это была какая-нибудь быстрая Бугатти внедорожная. Это опа. Гелик! Погоди! А у нас кое-что там заспавнилось на парковке гольф-клуба, кажется. Ребята, посмотрите. Это! А, это твоя машина! Блин! Я думал, она заспавнилась. Волчик заспавнился тут, я думал. Ах ты офигевший, не бери мой волчик. А я хотел уже угнать его себе в коллекцию. Так, у меня вторая машина, это байк из Арены Вар. О, да. Почему это плюс, ребята? Потому что я могу сразу проверить богатый район. Давай. О, да, а я нашел гелик. О, нет. А где машины? Почему в особняке нет ни одной тачки? Всегда тут в тюнинге стоят. Астон Мартин, Ламборгини, Феррари. А там миллионер больше не живет. Что ты своровал? Гелик? Гелик, ты нашел, да, его, что ли? Вот, завезу его. Погоди, я сейчас тоже привезу гелик. Ага, то есть Паша забрал гелик себе на гонку внедорожную. Надо тоже искать себе спортивный гоночный внедорожник. Рынден пых какой-нибудь. Я тебе это подскажу. Это Панта мини-купер. Панда мини-купер. Паша, у меня проблемы. Я байк из Арены Вар потерял свой! Подожди. Паркур. Никто не отменял паркур, ребята. Лошарик! У меня проблемы, кажется. У меня реально серьезные проблемы. Буду пешком бегать! Чуваки, мне срочно нужно ворвать ближайшую машину. Может быть, Роллс-Ройс ворвать? Но он проиграет. О, а Бентли как тебе для внедорожья? В принципе, Бентли, ну такое фигня. Где тут внедорожники? О, внедорожники. Ребята, вот реально придется ворвать первую попавшуюся. Либо вот эту, но это такое. А вот Land Rover, смотри. И спортивный, и внедорожный. И диски спортивные вроде. Я его заберу, пожалуй. Паша, здорово. Смотри, красный цвет. Цвет Феррари. Поэтому это спорт-тачка. И гоночная.
конечно, еще. Красный свет, это на внедорожнике, это девочки да, берут. Да, да, девочки, конечно, это ты, девочка. А я рядом привожу его на спавн. О, или пожарную машину. Не хочешь угнать тебе, Паша? Нет, я не хочу, спасибо, забирайся. Так, ребята, аккуратненько припаркую машину. И последнее у меня, что остается, это BMX. Вы понимаете, на BMX я должен найти еще тачку себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, прыгай, какашка. Пока что. Слышь ты! Слышь, какашка, ты что там нашел что-то, что ли? Нет, я тебе говорю, а чего ты бегаешь тогда? Ребята, быстрее, быстрее, разгоняемся! Я на велосипеде 100 лет ехать буду! А сколько по времени? О, 2 минуты считай! О, так, богатый особняк, ребята, проверяем в третий раз! В третий раз, если ничего не будет, я офигею! Что? Что нашел? Что нашел? А я вспомнил! Надо проверить все мощности на студию! Давай, проверяй, проверяй! Да! Что-то стоит! Чего? 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 Слушай, я в шоке, если честно. Пацаны, я в шоке. Да что это? Я этого не ожидал. Вот я отвечаю, я этого просто не ожидал. У меня еще одна хромированная тачка. Вторая! Причем это Джестер! Ой-ой-ой-ой-ой. Это третья уже? Погоди, нет, 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 я не поведусь на это, я не поведусь на это, ребята, быстрее, нет, высаживайся, высаживайся. У меня остается по времени 2 минуты, я говорил, поэтому я должен найти реактивную машину. Джестер меня не проведет, Забирай, у тебя есть Rocket Voltic. Если ты нашел Voltic, то они катаются по городу, я тоже должен Voltic. Но не только Rocket Voltic, у меня есть Ferraro. Ferraro, кстати, заедь в особняк. Блин, надо было взорвать эту машину, ребята, надо было взорвать ее. Так, смотрим, смотрим, стопудово, в городе, ты охренел? У меня времени очень мало. Паша, последние минуты на исходе, нет! А что мне теперь делать? Ты охренел? Это дисквалификация, ребята, пишите наказание. Кстати, а это прикольная идея, я видел в комментариях, вы предлагали вернуть наказание. Мы когда-то рулетку с наказаниями крутили. Чуваки, пишите, какие наказания можно давать за нарушение правил. Я бы, например, наказание дал минус 200 баллов, Паше. А я бы дал наказание плюс 5 баллов лейзину. Плюс 5? За что? За что? За все хорошее. Так, сверху машины. Конечно, за все плохое тебе только можешь давать. Красный. Спортивный, смотри какой. На капоте, чего? На капоте. О, ребята, я же говорил. Нельзя воровать хромированную тачку. Все, тебе хана. Я нашел тоже Voltic. И вот еще, а это Porsche. Получается, я на него ставлю реактивный ускоритель и побеждаю Пашу по полной. Аккуратненько заворачиваем, чуваки. И теперь просто сравните, у кого реально машины получились. Вот он, плагиатер. У меня супер Voltic будет реактивным. Супер внедорожник и супер хромированная тачка. Надо было вместо внедорожника ту тачку своровать хромированную. Блин, поменять местами их. Ну ладно, менять уже не честно. Чуваки, прокачиваем наши коллекции. И давайте сегодня узнаем, чья коллекция оказалось важнее, потому что у Паши в коллекции Феррари, Гелик и Voltic. Ну что ж, идем на прокачку. Ну а спустя несколько минут, ребята, мы закончили прокачивать свои коллекции. И вот такая у нас получилась супер команда. У меня Ламба тюнинг, у Паши Ферра тюнинг. И сегодня проверим, кто окажется быстрее в первом гоночном испытании. Ну и чуваки, напомню, придумайте в комментариях наказание, которое можно давать Паше, если он будет нарушать правила. Интересно будет почитать. Я не нарушал, это ты нарушал. Так что, ребята, самые крутые отмечу сердечками и самые жесткие. Ну ладно, для меня тоже какой-нибудь придумайте. Если что, будем выполнять их. Ну а мы начинаем первую битву. Как у нас супер коллекции прокачаны по полной. Это будет городская гонка без правил. Вот и проверим, кто сильнее и мощнее. Готов? Я готов. Раз, два, три, погнали. Ламба круче, ламба круче. У меня Феррари лучше. Ты понимаешь, это великое противостояние. Ламба против Ферры. Оп, налево, направо. Паша. Давай, ламба, нет, пока. Нет. Офигевший. Играешь без правил, да, получается? Ну все, хана тебе. Я ничего не делал. Ты меня доранил только что. Развернул на 360 градусов. Потому что ты, блин, передо мной едешь. Потому что это медленно ехать. Ой. И сейчас сокращают, ребята. Наказание, напомню, пишите. Так, налево, аккуратно. Спасибо, гонка без правил. Гонка без правил. Хорошо, сейчас на самолет пересяду, улечу. Оп, до финиша. Опа, налево. Все. Ламба сегодня у меня. Белоснежный рыцарь называется. Что, проблема, Паша? Только я первый. Ага, первый это я. Ой! Теперь я. Ну ненадолго, я тебя обгоню. Тут у нас резкие повороты, сумасшедшие боты, ребята. И опасные полеты. Вот так, красиво. Да. Ой, ты впиндюрился. Так, ребята, снежные братья, догоняйте. Оп, нормально. Объезжаем все, Феррари лучше. Слишком мало места для суперкаров. Так, ну смотри, мне кажется, это будет самое быстрое прохождение нашей трассы. Давай. Паша, вали отсюда. Да! Какаха, минус 100 баллов. Чё, гонка без правил, ты же сам говорил. Так, налево, аккуратно. Ага. Пока. Просто мастер. Ой. Здравствуй, мистер. Паша,
Тихо, не лети, я тут разворачиваюсь. Ой, ой! Понятно. У кого-то проблемы еще хуже. Чуваки, финишная прямая почти. Через киностудию проезжаем и там финиш берем. Так, налево, налево. У меня Феррари, зато быстрее. Да, конечно. Оп, во сне у тебя она быстрее. А у меня будет она реально круче. Конечно, она быстрее. Неправда. Я тебя сделаю в драгрейсинге. Вот, идеально проезжаю. Я тебя уже догоняю. Не надо. Оп. Идеально. Я все идеально проехал. Все, просто стал финишировать. Конечно. Давай, только лаба! Только ты забыл, я быстрее! Бабочку сбил! Да! Спасибо! Вау! Ну что ж, чуваки, получается, первый балл у Lamborghini у меня в кармане, и переходим ко вторым нашим спорташкам! И это у нас, ребята, турбо внедорожники, который, как я и говорил, мы проверим на внедорожной гонке. Только не обычный, а трасса сегодня у нас серьезная, также с трамплинами, перелетами, сокращениями. Проверим, кто кажется быстрее. Чуваки, нам нужно доехать вот от этой точки, ровно через полгоры, вот этой точки. Только едем не по дороге, а по грязюке. Готов, Паша, проверить, кто мощнее? Я готов, давай! Тогда, раз, два, три. Меня-то ранят! Пока! Какая-то бабулька дорогу перегородила. Ой-ой-ой. А Range Rover быстрее, Паша? Сократительный маршрут, вот так. Акелик лучше просто. Давай. А ты где? Ты слева обещаешь? А я ой-ой-ой. Слева, да. Аккуратно, тут резко направо, резко налево. Посмотри, тут рядом нужен вездеход какой-то, потому что тут можно забуксовать и застрять. Легко и просто. Вот так. Да, трамплин. Ой, а вот трамплин будет жесткий, ребята. Сократительный маршрут. Надеюсь, Паша не сокращает пути, а потому что я буду сокращать я их по полной. Я не сокращаю, я еду по дороге. Сокращаю. Ай! Ой, зря ты сделал. Вот и карма. Здорово. Пока! Какая карма? Нет! Стоять! Ой, ладно, там дальше еще жестче бездорожье начнется. Тебе хана будет по полной. Давай. Конечно, тут налево есть. Какой налево? Тут она, тут налево. Тут реально налево быстрее будет. Так, я иду налево. Ты меня обманул. Вообще-то нет. Блин, тут реально длиннее. Хотя нет, нормально. Ребята, трамплин, главное не пропустить трамплин. Е-ху! Стоять! Раз, два, три, погнали. Ой, аккуратно проезжаем. Велосипедисты, аккуратно! Нормально! Эрик, аккуратненько! Походу, у кого-то проблемы! Запасное колесо спереди, Паша сзади! Ой! Обезопасился! Если что, я могу поменять! Да! Смотри, направо поворачиваю! В дрифте, ты видел? А ты так не умеешь? Так, вот тут аккуратно! А я зато просто проезжаю, главное, хорошо! Главное не выпасть, чуваки! Можно потерять все свои баллы! Так, направо! Паша! Тихо! Нормальный! Чупакабра, елки-палки! Ты что я делаешь? Я чуть задел тебя! Задел! Ты по мне проехался пузом! Так, разгоняемся! Ребята, тут едем без тормозов! Быстрее! Давай, газуй! Раз, два, три! Погнали по прямой! Ой! Я не знаю, куда лечу! Пожалуйста, к финишу давай! Давай! Я лечу, а ты финиш! Ой, я в дерево! Не знаю, на карте финиш где-то! Вон там, на дороге! Давай, я вниз! Я его потерял! Я вижу его! Вон он! Давай! Я соскальзываю! Я на лестнице полосе! Пипец! А я на крышу приземлился! Ё-моё! Паша, стой! Налево! Финиш слева! Нет, финиш справа, я его вижу! Не! Аккуратно! Да, блин! Чуть-чуть не хватило! Обалдеть! Ну, получается, во внедорожной гонке одерживает победу гелик золотого цвета и получает Паша 1 балл. Ладно, счет пока что наравне. Это небольшой отрыв у нас, так что переходим к третьему финальному испытанию. Ух, чуваки, намечается что-то жесткое, нереально реактивное и опасное. Потому что у нас, Паша, два реактивных молотика, которые сегодня сразятся за последний балл в гонке кругосветной. Я говорил, что она будет кругосветная, но что-то она слишком длинная. Поэтому сегодня наполовину кругосветная. С верхней точки города мы должны доехать ровно до нижней части города. Ой, метка удалилась. Вот до сюда. Кто это делает первый, тот и получает 1 балл. Финальный, последний. Так что все зависит от нашего скилла, Паша. Готов? Да. Ну что ж, тогда даем обратный отчет. Точно готов проигрывать? Да, готов. Все, выигрывать. Молодец. Раз, два, три, погнали. Назад и вперед рядом. Вот так. Оп. Сократительный маршрут. Где он? Иди отсюда. Паша, ты улетел? Противный ты. Это ты противный. Ой. Да ё-моё, что это такое? Это подстава. Как такое возможно? Меня просто перегородило фуру дорогу. Это карма. Какая карма? Это не карма. Давай. Разгоняемся. Аккуратно направо. Ой, чуваки, а что будет на трамплине дальше? Это же капец. Моя победа будет стопудовая. Давай, Паша. Это моя победа. Нет, на трамплине я знаю, как пролететь. На реактивном ускорителе дальше тебя и победить. Ага, удачи. О, что ты задумал? Нет. Я так же. Оп, погнали. Так. Ровно летим. Ребята, главное не застрять. Миллиметраж. Я на дорогу. Идеально, ровно. Паша, я за тебя. Ты далеко не уедешь.
Бери вон лодку себе, подводную лодку. Уеду, давай, 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 давай. О, а дальше еще второй трамплин будет, вот на нем ты не перелетишь. Так, ребята, а может быть тут прыгнуть? Не хочешь налево в гору прыгнуть, а, Паша? Не, давай. Не, я не буду попробуй, прыгать, попробуй, получится, получится. Проеду. Вот так, давай, 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 давай. О, нет. Ура! Ты меня ускорителем стул охренел, что ли? Ну все, это война, Паша, иди сюда. Так, 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 так. Да, у меня да, появилась тактика. Давай, давай, догоню, догоню. Так, аккуратненько, ребята, догоняем, Пашу догоняем. Быстрее, быстрее, быстрее. Проезжай, 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 у проезжай. У меня тоже тактика получилась. Какая крутая, тактика? Хорошая. Раз, два, три. Направо, направо, направо. А я обманул, я не поеду направо. Пока. А я полечу. А я поеду по пустой дороге. О, давай, 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 удачи! Давай, ребята. Ой, чувствую, плохо это закончится чем-то, давай. О, нифига себе. Ну, это было красиво, Паша, но я все равно быстрее в туннель проехал. Давай, давай. А так, я догоню тебя, жмых. Все, сейчас самое главное начинается. Это трамплин. О, последний трамплин, самый жесткий трамплин. Так, так, ой, боты. Сумасшедший, прыгучий. Заносит. Все, готовимся, готовимся к трамплину, ребята. Я сзади. Раз. Где он, где он, где он? А где трамплин? Подожди, я забыл. Он что, не ты тут, что ли? Я не понял, здесь, я не понял. Какой трамплин? Тут понимаю. Трамплин же должен быть. Мы обычно прыгаем на трамплине. Или на... Где он, где он, где он? С другой стороны. А, я перепутал. Стоять, стоять. У нас же тачки одинаковые. Почему ты быстрее? Ладно, попытки да не быстрее, ребята. Да просто ты там погнали. Это не так едешь. Ура! Нормально. Я нашел трамплин, я нашел его. Давай. О, буду по колесам стрелять ему, ребята. Стоять. Так, налево, 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 налево. Красиво, красиво, в дрифте давай. О, ты видел? Я понял, как надо ускоритель использовать. Так, ребята, быстрее, финишная прямая. Я один балл кто-то получит. Я тебе нет, делаю. Да вчерашний ролик я тебе отомщу, Паша. Ты меня победил, а сегодня я победил. Давай. А, конечно. Так, 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 аккуратно, 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 аккуратно. Давай, вот так, оп, да. А! Что, проехал? Я проехал? Врезался в финиш. Да, а я залетел ровно четко. Получается, балл получает мой вонтик. И сегодня я отыгрался и занимаю первую победу. Ну что ж, со счетом 2-1 можете меня, ребята, поздравить. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому понравился, поддержите его лайком, а также в комментариях напишите, какие наказания можно добавить для следующего ролика. Ну а с вами был Саня Джейл Флейзин, ссылка на Пашу будет также в описании. Переходите и подписывайтесь. Всем удачи, всем пока, чуваки. Всем пока, народ.